Отличный парень, вообще никаких вопросов, особенно после второго концерта в Москве. То есть я просто проникся и сказал, что Федор вообще мужик, парню 20 лет, и все хорошо. То есть у него большое будущее, я очень рад, что то есть он влился в коллектив. То есть он такой, знаешь, ну вот сейчас мгновенно стал одним из. Сам он из Москвы, и он ездит к нам сюда на репетиции и готов вообще переехать даже в Питер, только ну, ради того, чтобы с нами играть. То есть видно, что человеку это нужно. Я приезжаю на недельку, наверное, на две в Питер. Мне кажется просто, что ну и я как бы не с нуля, да, играю. И парни играют достаточно давно, и нам не нужно обязательно как бы разжевывать все куски, все вместе и изначально. То есть мы можем общаться по интернету, как-то разучивать это все отдельно друг от друга, и потом прийти вместе все это сыграть и без сучка и задоринки. И технически он может делать все то же самое. При этом, мне кажется, он еще как-то более такой, он молодой, он как-то, у него все это можно еще развивать. То есть, как бы, у него там еще все, думаю, не закостенело. То есть, как бы, знаешь, когда уже с опытом там какой-то человек, он уже там привык, там он и сидит. Так что Федя, он может еще развиваться там, куда хочет, вот. Поэтому я думаю, для Стигмата это, как всегда, очередное очень правильное решение. Плюс он визуально, конечно же, такой красавчик, маленький, аккуратненький, вообще очень мини такой, мини. Про него можно сказать, мало да очень удал. Изначально, когда я садился за барабаны, когда я только там пытался что-то учиться, моим кумиром был Джой Джордисон из Slipknot. Его рост, по-моему, 1.60 м даже. То есть даже меньше, по-моему, меня. Ну, может быть, я могу ошибаться. И меня всегда поражало, то есть я очень много в самом начале перенимал с него. Именно как он подает себя на сцене. То есть это реально артист. То есть ты музыкант на студии, но на сцене ты артист. Мне он понравился, я сначала долго очень сомневался, если честно. То есть потому что у Фила отличное звукозвучение, отличная техника была, как бы. И как бы мне он как бы как барабанщик, в принципе, полностью устраивал. Вообще абсолютно вообще никаких вопросов не было. Вот, но с приходом Феди, у него очень хорошо тоже работает голова, именно как у музыканта. То есть он как бы очень, может быть, не так технично, как у него, но он делает это намного вкуснее, намного как бы больше выкладывается, и у него как бы есть много, очень много интересных идей. Изначально, как бы Денис, когда приглашал меня, он знал, что я являюсь одним из авторов песен в Рошамбе. И как бы я был приглашен не только как барабанщик, но и как и, ну, композитор, если можно так сказать. Все будет круто, он вольется, и я думаю, что этот человек, он очень много внесет в группу, очень много. Это, в этом я уверен на 100%, и он еще себя покажет вообще и не раз. То есть Федя, он крутой чел. Блиц-опрос с Федором. Любимое время суток? Утро. Кока-кола или Пепси? Кока-кола. Телевизор или кино? Кино. Кошки или собаки? Кошки. Вслух или про себя? Про себя. ICQ или SMS? Аська, да-да. Чай или кофе? Кофе. Весна или осень? Весна. Город или деревня? Город, конечно. Разум или чувство? Чувство. Черный или красный? Черный. Импровизировать или подготовиться? Импровизировать. Яндекс или Гугл? Яндекс. Поп или рок? Рок, конечно. Брюнетки или блондинки? Брюнетки. Опыт или мечты? Опыт. Колонки или наушники? Наушники. Ручка или карандаш? Черная гелевая ручка. Клубника или земляника? Земляника. Удача или стабильность? Стабильность. Домашняя кухня или ресторан? Домашняя кухня. Old school или инновации? Инновации. Кислое или сладкое? Сладкое. Золото или серебро? Серебро. Настоящее или будущее? Будущее. Очень прикольный чувак, вот, и первые фразы моих знакомых и других музыкантов: вы взяли барабанщика, ну, походу, он только что закончил школу, знаешь, типа, в таком стиле прикола, вот, а на самом деле очень прикольный чувак, очень нравится в нем то, что он выкладывается, да, полностью, как и мы, это очень важно, и тоже веселый, дружелюбный такой, понимающий человек, который
так сказать, как я и представляю, должен быть в банде. Во мне живет, я думаю, два человека. Тот, который есть дома, и тот, который на сцене. Но на сцене он включается только на сцене. То есть дома, до выхода на сцену, именно когда уже народ в зале, полный зал, да, до этого я все еще другой человек. Вот. И он включается естественно, как бы. Именно вот тот, кого все видят за установкой.